Обстрелы Донецка не прекращаются уже несколько суток и становятся все ожесточеннее. Минувшие сутки принесли множественные разрушения. В Киевском районе полностью уничтожен огнем частный дом по улице Богословского. На улице Кальмана снаряд приземлился около частного дома, не разорвался. В Куйбышевском районе попадания снарядов зафиксированы по улицам Лузина, Червонопартизанской, Рахманинова, Дугавской, Туманяна. Взрывной волной повреждено остекление цехов завода «Факел». В Киевском районе снаряды приземлились около исправительной колонии номер 124. В Петровском районе повреждены дома и хозяйственные постройки по улице Лукьяненко, Аносова, Брусничной, Курганова, Гайдара, Борисовых, Гоголя, Глазунова, Кирова.